США предоставят Украине экономическую помощь на $1 миллиард. Решение принято подавляющим большинством голосов в Палате представителей Конгресса. Документ также предусматривает введение санкций в отношении граждан России, причастных к действиям, подрывающим суверенитет и территориальную целостность Украины, а также к нарушениям прав человека в этой стране. По сути, санкции – это замораживание находящихся под юрисдикцией США активов и отказ в выдаче американских въездных виз некоторым российским чиновникам и предпринимателям. Ранее документ одобрил и американский Сенат. Теперь он отправлен на подпись к президенту. Как заявил пресс-секретарь Белого дома, Барак Обама уже поблагодарил законодателей за оперативное предоставление помощи Украине и вновь подчеркнул, что Вашингтон поддерживает мир и стабильность этой страны.